Всем привет, ребята! Мне снова звонит Смайли убийца. Я не знаю, я боюсь ему отвечать. Вот смотрите, это уже второй раз. Отвечайте. Может, не надо? Сказал мой адрес. Я иду за тобой, и ты меня прячешь. Он не там. Он ушел. Он ушел. Я не знаю, что с этим телефоном. Тут нету сим-карты, вы понимаете? Ее тут нету, вон, нету. Ставьте лайк, если вы хотите продолжение, потому что я не знаю, чем это может закончиться. А что, если он правда возьмет мой канал себе? Не забывайте подписываться, ставить лайк и нажимать на колокольчик. Мне очень страшно. Я не знаю, мне получилось его сделать или нет. В общем, всем пока.